Так, 19 февраля 2019 год, Харьков. Луна впереди. Снял я ее уже раз 5 за сегодняшний день. И пока с другого фотоаппарата перебрасываю данные, вспомнил, так у меня же есть еще один фотоаппаратик. Кратность тут, конечно, поменьше. Там 83 приближение оптическое. Здесь 50, там Nikon Coolpix P900, а это Sony CyberShot HX300. Но почему нет? Смотри, вообще классно получается. Приближение меньше, но четкость значительно выше. Хотя этому фотоаппаратику уже мамородная. 5 лет, страшно сказать. В совершенно боевых условиях эксплуатации. Да, неплохо. Я уже и забыл, какой он работяга. Так, ну что, повторение мать учения. 355 уже тысяч километров от Земли до Луны. Сейчас ближайшее расстояние до Земли за год, Луны. Да, ну очевидно, гораздо медленнее движется даже по кадру. За счет того, что меньше увеличения, меньше приближения. Все, уплыла наша резкость. Сейчас справа от Луны Солнце. О, Господи, Солнце. Ну, в общем-то, Солнце тоже звезда. Регу. 79 световых годах. Но нет, ее не видно все равно. Надеялся, может, хоть этот фотоаппарат зафиксирует ее, не получается. Зайду в сторонку, пускай ползет. Все трясется, пол подо мной. Повезло с погодкой. Ну, хоть раз за зиму, и то спасибо. Ну и с местоположением, конечно, повезло. Как раз в ту сторону окна смотрят. Не приходится это все в поле на минусовых температурах снимать. Давай сюда, сюда. Оденься, только накинь что-нибудь. Не-не-не, оденься хорошо, это не годится. Тут холодно.
Сына, ты меня закрыл. Ты что, не видишь? Красота. Сынуля закрыл меня на балконе, чтобы не было искушения бросить наблюдение за луной у папули. Здесь полегче ловить. На этом фотоаппарате увеличение больше, и там просто нереально. Малейшее какое-то движение. Шаг в сторону, и все. Все прыгает на десятки, на сотни километров. По кадру. Ладно, лады. Сейчас прогуляемся по луне. Февраля 2019 год, Харьков, где-то 18:20 уже, наверное, по Киеву.